Более 465 тысяч участников, 35 тысяч отрядов из различных регионов России, объединенных общей целью. Организация юных инспекторов движения вот уже полвека стоит на страже соблюдения ПДД. Щелковские школьники, как и ребята по всей стране, активно вступают и участвуют в движении ЮИД. Слет отрядов – ежегодное мероприятие. Собираться для того, чтобы показать свои знания, проявить умения в конкурсах, давно стало традицией. В этом году слет посвящен 50-летию организации. Дети у нас в течение года изучают правила дорожного движения на разных площадках в электронном формате, приезжают к нам сюда, на школу ЮИД. И сегодня конкретно они покажут то, чему они обучились в течение года. Ежегодно слеты ЮИД организовывает и проводит Центр «Лесная сказка». Оценивают выступления отрядов, педагоги образовательного учреждения и сотрудники отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Щелковская». В первую очередь мы оценим знания правил дорожного движения. Это знания как и самих дорожных знаков, так и умение ориентироваться в дорожной ситуации, обстановке. У нас различные виды заданий. В этом году в программу слета вошли 7 конкурсов. Ребята демонстрировали знания правил дорожного движения, умение применить их на практике, оказывали первую доврачебную помощь, выполняли задания по фигурному вождению велосипеда и другие. Все команды подошли к участию в состязаниях с ответственностью. Лучшим выпадет возможность представить округ на региональном слете. Мы собирались с моей командой перед уроками и учили знаки, в каком они состоят, в какой они группе. Выступления отрядов ЮИД оценивались в двух возрастных категориях. Среди младших отрядов победу одержали сразу два. «Добрая зебра» школы номер 20 и «Дорожный дозор» школы номер 12 имени Чкалова. А в старшей группе отряд «Верный путь» из 17-й школы. Анна Балиет, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.